Ну что ж, привет. Проходим с тобой дальше. За Сити. Я его уже начинаю, наверное, третий раз заново, потому что тут у них какие-то обновы там вышли, что она теперь полноценная, с ачивками и с DLC. И поэтому на сохране сказали мне, у вас нет DLC. Мы не можем загрузиться. А потом винда полетела. Вот так вот, внезапно просто. А видать, облачных сохранений у них не имеется. Только локальные. Поэтому пришлось заново. Я уже не буду сейчас эти бабочки проходить. Потом сейчас по сюжету продвинусь. Оружие хотя бы нормальное возьму себе. Так. В принципе, что тут? Следующее задание. Нам дали ключ. И вот. Дом этих экспедиции. Квартира экспедиции. Давай пойдем посмотрим. Сейчас что у нас предметы. Ключ не понадобится. Да, лапа здесь как будто не мизида прошелся. Так, водолазы с кессонной болезнью могут страдать многочисленных симптомов боли, ограниченной способности к передвижению, тошноты, рвоты, потери ориентации. Острые симптомы могут появляться в течение 10 минут после выхода из воды. Включают в себя паралич, оцепенение, слепоту, глухоту, головокружение, судороги, помрачение сознания или бессвязную речь. Паралич и оцепенение могут поразить несколько частей тела одновременно. Блять. Так, может, пора... Хотя тут, блять, мы реально видим, что здесь какие-то нелюди ходят. Здесь, блять, ну очевидно, что... Тхулху здесь реально. Кто-то разбил ее в дребезги. То есть, если бы здесь были люди, просто хрень какая-то. А здесь причем не одни такие, у которых какие-то видения и прочее все говно. Согласно нашим данным, место с паранормальной активностью оказывает на человеческий разум сильное, но до сих пор не изученное влияние. Мы подготовили список возможных решений этой проблемы, включая медитативные практики и седативные средства для предотвращения вспышек безумия среди участников экспедиции. Настоятельно рекомендую отказаться от бесполезных оберегов, амулетов и религиозных символов. Использовать вместо них эти научно обоснованные методы защиты. Get Dog. Никогда не видел такой раковины. Так, смотри, пока есть возможность. Ок,
Портсмутский университет приветствует нового сотрудника факультета антропологии, профессора Гарриет Доу. А, это вот он, да. Ее блестящее открытие, проливающее свет на происхождение племен инуитов, добавили новую страницу в книге истории человечества. Теперь профессор Доу собирается отправиться в новую экспедицию. Надеемся, что ей удастся выяснить причину потопа и тем самым узнать, что всех нас ждет впереди. Ничего хорошего. Образцы странно поблескивают. Интересно, откуда они? Местные рыбаки Эл Салливан и Б. Морган сообщают, что с морского дна поднимается множество больших пузырей и невыносимая вонь. Купил у Д.Г. Харви образец странного вещества, плавающего в океане. Он утверждает, что нашел его среди множества мертвых и странно изуродованных рыб. Рыбу забрали на анализ. Некоторые местные жители рассказывают о скале, которая поднялась со дна моря, отчего туман засиял разными цветами. После этого случая свидетели еще 2-3 дня страдали от тошноты и головокружения. Так, Л.П. Стерн получил сильные ожоги после того, как отколол часть скалы у себя в подвале. Чего? Проба взята для анализа. Так, следующие грузы должны быть до 100 неразборчиво доставлены. Грэм Хэвен Бэй, не позднее пятницы. Водолазные скафандры 5-й модели, 6 баллонов с воздухом, насосы, 4 консервы, 17 ящиков, личные вещи 6 ящиков. Семена неразборчиво, следовательское оборудование 7 ящиков, неразборчиво, воздухопроводы 24, телефонная станция с проводами 1, генераторная установка 1, ответственная за доставку неразборчиво. Понятно. Ты, блядь. Что замутил? Похоже, этот шлем уже не починить. Некогда с этим возиться! Отойди! Хватай бумаги! Остальное ломай! Так, а вверху нет, да ничего? Мир фарагу, ай дагон.
Да, блядь. Них и магия тут, блядь, и пиздец. Сожги все и проследи, чтобы объявления сгорели. Пора во всем разобраться. Учись, блядь, разбираться. Не уломили. Некогда с этим возиться. Отойди. Хватай бумаги. Остальное ломай. Сюда, в случае магии. Ай, хатал, мир врагов. Сожги все и проследи, чтобы объявления сгорели. Какие-то люди ворвались в штаб экспедиции. Они громили и жгли все подряд, уничтожили архивы и даже газеты. Где там чертоги разума? Знания, документы. Так, это мы читали. Журналы. Так. Архив экспедиции уничтожен. У меня все равно есть пара зацепок. Я знаю, что он... Они вышли из города на грузовом корабле из Гримма Бэй. Возможно, объявление о таком судне было в одном из недавних выпусков вести Окмонта. Это значит, мне надо куда? Архив экспедиции уничтожен. Так. Вести Окмонта. Вот сюда мне надо. Чего выки найдено? А что там еще что-то есть? Ебо. Че, блядь? Че она не зеленая? Она же должна быть зеленой. Это же не считается. Там было написано, ключевые улики найдены. Кто вроде бы все обыскал.
тебе сбежал? Чёртовы чужаки! Иди нахуй. Газеты у двери. Возьмите их и перестаньте меня донимать. Ты же гадал. Кажется, вы меня с кем-то спутали. Разве вы не чужак? Объясните мне, какая связь между чужаками и старыми газетами? Спать на улице холодно, и они накрываются старыми газетами, чтобы согреться. Я что, потом бомж? Я в гостиной? Да, пожалуй, я чужак. Чарльз Рид, частный детектив. И мне тоже нужны старые газеты, точнее, ваш архив. А, так это вы раскрыли убийство Альберта Трагмортона. Отлично. Я Хелен Бленд. Слушайте, могу я попросить вас об услуге? Дайте мне эксклюзивное интервью. Вы не пожалеете. Вести Окмонта – лучшая газета в этих краях. Ладно, я непременно уделю вам время, мисс Бленд. Все еще хотите взять интервью? У меня есть немного свободного времени. Конечно. Мы знаем, что вы детектив, раскрывший громкое дело. Расскажите нашим читателям о себе. Я бывший водолаз, служил на военном корабле «Циклоп». После войны оказался в Бостоне и с тех пор работаю частным детективом. А, храбрый моряк. Думаю, вы быстро привыкнете к окманской жизни. В последнее время у нас полно воды. Кто знает, возможно, мы станем сотрудничать. А теперь главный вопрос. Почему вы здесь? Что привело вас в Окмонт? Я разыскивал людей, пропавших в Массачусетсе. Все они по какой-то причине оказались здесь. Таинственный наплыв чужаков. И вы хотите узнать, почему они здесь? Они не горят желанием это обсуждать. А у большинства из них, мягко говоря, помутился рассудок. Думаю, пока хватит. Нельзя давать читателям слишком много материала за один раз. Спасибо за интервью, мистер Рид. Пожалуйста. Возможно, я сделаю еще что-нибудь интересное и снова попаду в газеты. Кто знает. Да, пиздец. Я так... До встречи. Так мечтал в вашу газету, блядь, попасть, пиздец. Ты даже не представляешь, насколько, мразь. Так, сейчас подожди, мы все следуем, а потом уже. Не похоже, что здесь у вас работа прям кипит. Больше похоже, что вы уже закрыты. Вперед. Просто потопа люди. Раздел. Объявление.
район. Поиск. Ну, раздел это объявление точно. А, блядь, господи. Там же еще листать надо. Ахерс, точно, я же выбрал, тут появились, так. Вот, блять, надо было выбрать, а потом чуть озупил. Так, в Ухманском порту можно зафрахтовать 30 тонн корабль Титания. Он полностью подготовлен к перевозке грузов и пассажиров, а также к поддержке водолазных операций. Стоимость 70 патронов в неделю или их эквивалент. За дополнительной информацией обращаться к капитану Джеремайе Сандерсу, которого можно найти в Гринвейн Бэй на третьем пирсе Окленского порта. Так. Теперь же. Так. Вот так вот. Ебать туда добираться. Мы телепортируемся. Там все равно придется нам бежать. Или просто выбежать, взять лодку. Вроде как не доплыть. Давай так попробуем. Тоже можно по прямой до упора, а потом направо. Да, да.
Да, на месте. Сейчас раз и налево. Там по прямой. Происходит. На пирс полезли морские твари. Я спрятался тут, но эти стены их не остановят. Пожалуйста, помогите мне. Какие твари? Вы о чем? Вайлбисты пришли на запах крови. Они пожирают мертвецов. Я ищу капитана Сандерса. Он в порту? Или твари добрались до него? Я видел Сандерса. Помогите, и я расскажу все, что знаю. А вот же гнида, блядь. Так, вообще, что это? Могу еще предмет создать. Опустошили барабан. Все еще воняет порохом. Убит выстрелом в упор. Эти глюки, которые они появляются, они какие-то вообще неоправданные. Типа. Чего они вообще появляются? Монстрам мало что оставили. Нормальный человек такого не сделает. Такая штука не впишется ни в одну коллекцию. А, я капитан Джеремайя Сандерс. Настоящим соглашаюсь принять на борт своего корабля Титания всех людей, которые укажет Роберт Трогмортон. И груз, перечисленный в приложенной декларации. Я также обязуюсь предоставить им любую необходимую помощь, в том числе осуществлять замер глубины, поддержку при погружении для подводных исследований и наблюдения за жизнью морских животных.
Вышеупомянутые услуги будут оказаны в засекреченных точках залива Кейп Хоуп. Затем все пассажиры будут доставлены на борт Титании в порт Окмонта. Вознаграждение составит 70 патронов. Блин, мало берет. Кейп Код. Тут были отметки, но их стерли. Че, суперзрение не помогает тебе? Они веселились вовсю. Было много выпивки. А вот закуски не будет. Забери тебя, Мэйр! Сдохни! Сдохни! Ты не заберешь меня! Получай! Ты не заберешь меня? Получай. Больше никакого рома? После всего, что мы повидали? Пора выяснить, что же здесь произошло. Больше никакого рома? После всего, что мы повидали... Забери тебя, Мэйр! Сдохни! Ты не заберешь меня! Получай! Команда почему-то сошла с ума. Спасся только один человек. Почему он спасся? Это один человек, выкинутый, блядь, господи. Я перебил монстров. Теперь расскажите мне про Сандерса. Он вернулся несколько часов назад. Эти твари появились из-за него. Что произошло на Титании? Это было ужасно. Настоящая бойня. Я услышал выстрелы и вышел наружу. И все увидел. Моряки истекали кровью, умирали. Кровь попала в воду. И вайлдбисты почуяли ее. Этот Сандерс, что он за человек? Чужак. Но казался приличным человеком и неплохим капитаном. С командой обращался хорошо. Я должен найти Сандерса. Где он? Он сбежал сразу после стрельбы. Я бросился на пирс и не видел, куда он делся. А других участников экспедиции вы видели? Нет, только Сандерса. Готов поспорить, что только он один и вернулся. Помощь. Теперь же нам куда?
смотри, а чё оно жёлтое-то, блядь, господи? Все улики найдены. Чё-то вернуться, блядь. Я хочу. Проверить, что я, блядь, там не взял. Что я там забыл? Почему оно не исчезает? Извини, все улики наши. Ключ не понадобится. Кто-то разбил ее вдребезги. Это все, что осталось от записи экспедиции? Несколько отсыревших бумажек? Похоже, этот шлем уже не починить. Ты чё, блядь, за говно? Где тут чё ещё может быть? Образцы стра... Это мы все уже видели. Почему не исчезает с карты?
Никогда не видел такой раковины. Да и, блядь, не увидишь никогда. Бля, вот странно, да? Максимум 12. Здесь тоже максимум, да? Бля, я, короче, не понимаю. Не так. Очистите глаза свои. Эти долбы выходят спокойно, им, блядь, вообще похуй на все происходящее. Плевать они хотели. Чё там, блядь, какие там монстры? Ты долбоёб, говорят. И нахуй. Пациент или посетитель? Подождите, сейчас доктор Грант угадает. Посетитель. Но вы немного бледны? У вас голова не болит? Ты бледнее меня, блядь, придурок. Голова? Нет, не жалуюсь. Все нормально. Тогда вы редкое исключение. В последнее время у нас отбоя нет от пациентов. Я ищу человека, который поступил совсем недавно. Он серьезно ранен. Сэр, у меня целое отделение таких пациентов. Постарайтесь вспомнить, у этого человека на плече глубокая рана, нанесенная топором. Сэр, мне некогда рыться в бумагах. Но если для вас это так важно, можете сами посмотреть в нашем архиве. Наверное, нелегко работать в таких условиях. Помощь нужна? Ну, да, не откажусь. Но, возможно, вы столкнетесь с монстрами. Вас это не смущает? Нет, я не боюсь ни людей, ни чудовищ. А вы не врете, по глазам вижу. В общем, я изучаю вайлдбистов и уже выдвинул две гипотезы, но мне нужны данные, чтобы их подтвердить. Первая гипотеза касается многоруких существ, а вторая – плюющих гуманоидов. А третья – мне нужен дробовик. Что вы знаете о многоруких тварях?
Еще до потопа один мой пациент видел их во сне. Я не могу его навестить, но он наверняка что-то знает. Вот его адрес. Эти мерзкие изрыгатели очень похожи на людей. Но как может человек превратиться в такое чудовище? Моего пациента Джима Беллса положили в больницу с симптомами, напоминающими холеру. А он превратился в такое существо. Невероятно. Вот адрес. Узнайте, что случилось. Счастливо. Куча дополнительных. Это же, да, порт? Так. Поезд. Питер Кроули, мужчина 29, житель Окмонта, многочисленные ожоги, осколочные ранения, другие лица, полученные в результате взрыва, несколько хирургических операций, обработка ран, пластика лица, прогноз благоприятный, рекомендован, постельный режим. Джозеф Уиллоу, мужчина 39, чужак, вот он. Глубокая резанная рана левого плеча. Перелом ключицы, трещина в лопатке, рана зашита, трещина зафиксирована, перевязана, следов инфекции не обнаружено. Прогноз благоприятный, рекомендован, постельный режим. Ох, мой живот. Никогда больше не буду есть пиявок. Ты щебанутая, кто их вообще, блядь, ест? Что с вами случилось, мистер? Пит. Уже жив. Глушил рыбу динамитом. Больно говорить. Мне очень жаль. Поправляйтесь. Счастливо.
эти все. Почеши меня, да. Да, пожалуйста, пожалуйста, вот здесь, да. Зудит просто ужасно. Вот он. Вот это да. Что у вас с плечом? Я подрался с одним психом в баре. Он выхватил пистолет и подстрелил меня. А что вам нужно? Я ищу некого капитана Сандерса. Капитан Сандерс? Впервые слышу. Меня зовут Джозеф Уиллоу, и я вам ничем помочь не могу. Забавно. В медицинском отчете сказано, что вы поступили с глубокой раной от топора. Точно такую же капитан Сандерс получил во время бойни в порту. Да провались все пропадом. Кто вас прислал? Вопросы здесь задаю я, приятель. Угу. Сначала скажите, кто вы такой. Так. Я Чарльз Рид, частный детектив. Трогмортон нанял меня выяснить, что стало с его экспедицией. Значит, Трогмортон наконец решил разобраться. Я знал, что рано или поздно меня найдет какой-нибудь сыщик. Так. Что вы искали под водой? Причину всего этого. Камней, потопа, чудовищ. Ученые нашли на морском дне расщелины. У них была какая-то теория о том, что это связано с безумием. Дно океана раскалывается, и из этого на суше начинается истерия? Серьезно? Мы много дней провели над этими расщелинами. И снизу за нами кто-то наблюдал. Я был на Титании. Похоже, вы все постоянно прикладывались к бутылке. Почему? Чтобы матросы не взбунтовались. Чтобы не отчаялись. После этих погружений кто угодно запьет. Значит, погружения потрясли вашу команду. Но что случилось в порту? Не знаю. Все было спокойно, пока мы не пришвартовались, а потом они спятили. Погибло много хороших парней. Можно без преувеличения сказать, что ваша экспедиция закончилась катастрофой. Есть вещи, о которых лучше никому не знать, мистер Рид. Жаль, что я не понял этого раньше. Может, тогда бы они и не погибли. Ученые, моя команда. Никто из них не заслужил такой судьбы. Расскажите, что произошло при последнем погружении. Обычно водолазы погружались, а в назначенное время всплывали. Но в тот день никто не поднялся. Тогда я отправил людей на поиски. Они вернулись с Альбертом, но все были без ума от страха. Вы знаете, что Альберт Трогмортон добрался до берега? Альберт выжил? Он здесь? Нет, он тоже погиб. Его убили в порту. А что случилось с остальными? Я не знаю. Моя команда оставила их там, под водой. Я велел начать спасательную операцию, но мои люди пригрозили бунтом. У вас была веская причина бросить экспедицию на верную смерть? Ну что, я только что, блядь, дебил объяснил. Вас там не было. Столько дней на этом корабле. Это был кошмар, мистер Рид. Мы видели всякую жуть. Боялись засыпать. Клянусь, это была экспедиция в проклятые воды. Вы не могли бы отвезти меня на место последнего погружения? Нет, нет. Не ищите их, мистер Рид. Это хуже, чем самоубийство. Капитан, я был на флоте водолазом. Без обид, но я не боюсь ваших страшилок. Мне плевать. Я вас туда не повезу. Да вы никогда и не найдете их без снаряжения. Вы не знаете, где раздобыть хороший скафандр? Мои люди брали скафандры на местной фабрике. Раз вы так упрямы, я дам вам адрес. Где судовой журнал Титании? Он был у меня, но потом я отключился. Помню операционную,
Когда я пришел в себя, моих вещей уже не было. Поправляйтесь. Тварь. Ну да. Так, журналы. Так. Ну, это точки обнаружить такая. А мне надо вот это. На фабрике, которая находится на западе Грэмвилл Бэйн. На Смит-авеню. Так, чинки учиться 6 мая, кстати, устроили любовь в порту. Фабрика находится на западе Грэмвилл Бэйн. А вот в сюрреалистическом отделении. Чего теперь? Дай мне. Как мне лишнюю информацию, блядь, вычеркивать? Берегите себя. У нас не осталось свободных кроватей. Экипаж жалуется на подозрительные звуки и проблемы со сном. Рыбы ведут себя странно. Так, добрались до экипажа, начались галлюцинации. Выдал им Рома, надеюсь, их отвлечет. Нашли воздушный карман в пещерах рядом с зубами дьявола. Какой город? Ученые обнаружили какие-то древние стены. Просят ящики с инструментами. В основном срок на поверхность никто не поднялся. Отправил Тейта Майерса на разведку. То есть мы вернулись с Альбертом Дрогмортом, который совсем свихнулся. Его безумие меня очень беспокоит. Матросы потащили Альберта в спасательную шлюпку. Я попытался их остановить, но они забунтовались. Зубы дьявола. Всего лики найдены. Блять, ну тут-то что? Мне прям это выбешивает. Так. К
Кэс Смит Авеню, Леви Коффин. Короче, это здесь. Так, что у нас там по времени уже? Сколько? А, все уже пора заканчивать. Поэтому я сохраняюсь. И на этом все. Давай, счастливо.